я вам расскажу, как снимается это шоу. Мне написала его участница, и она захотела поделиться из первых уст информацией, как снимается этот проект. Вот вам разоблачение. На проекте «Модели Зельбера» гонорар составлял 131 гривна 47 копеек за 7 месяцев съемок. Вика расскажет, как она спасла себя от изменения прически, которая ее уродовала. Ну а по поводу причесок, ты знаешь, я же полицейский, поэтому когда сзади говорили о том, что стилисты, а зачем им делать прически? Зачем им делать прически? Они же все равно сейчас выжат. Расскажет, честная ли была победа Маши, или ей помогала съемочная группа, и это все подстава. Все-таки, чтобы не говорили, есть какая-то сценарная линия, сценарная ниточка проекта, да? А также, как повлиял проект на ее дальнейшую жизнь. Что было неправда? Открой секрет, почти все. Неужели вы думаете о том, что девочка с бидоном пришла на самом деле на съемку с бидоном? Половина участниц выходила в своих купальниках, потому что не подходили ли размер груди, или еще попы, или еще чего-то. Но вас хоть кормили? Не, я есть не буду. Можно я тебе правду скажу? То, чем нас кормили, мы постоянно от этого ходили в туалет. Это помогало нам построить. Объясню почему. Потому что Кэтрин привозился с утра, он лежал не в холодильнике. А нам давали где-то часа 4. И в какой-то момент мы даже заезжали в супермаркет, тратили свои финансы для того, чтобы покушать.